Всем привет! Установили магнитолу с 2К дисплеем на автомобиль Opel Mokka. Вот так она выглядит. Поддерживаются все штатные функции. Отображается климат-контроль. Плюс к этому стандартный функционал Android. Тут установлены разные приложения. Можно подключить интернет. Есть беспроводной CarPlay. Сейчас покажем, как работает Яндекс.Навигатор. Включаем ее к интернету. Яндекс.Навигатор у нас установлен. Вот нам показывают пробки в Москве. Также мы можем его в половину экрана разделить. Вот так. Справа вывести что-нибудь второе. Например, с климатом. Вот так у нас работает в разделенном режиме. Можно открыть видео или еще что-нибудь с флешки или с интернета. Вот так. Сделаем видео с навигатором. Сделаем вот так. Что-то не получается. Плюс к этому магнитола у нас с мощными характеристиками. Тут стоит топовый процессор. Сейчас скажу вам какой. Это платформа TS10. Процессор URIS 7862S на 8 ядрах. Значит, с 2 ГГц частоты. Также здесь 32 гига встроенной памяти и 4 гига оперативки на 13-м андроиде. Android-версия честная. Можем посмотреть. Так, версия андроида. Android у нас. Крутим на 13. Вот так.